Ребят, всем привет! С вами, как обычно, Серега Парамонов, вы на моем YouTube-канале. И сегодня я решил записать таким небольшим экспромтом видосик из раздела, из моего раздела под названием «Не слепница». Пришел домой, там, да, после каких-то дел, думаю, что-то у меня давно видосов не было, там, что-то ничего не пилю туда-сюда, как-то то времени, то понос, то золотуха. Короче, ребят... Просто вот пришел домой, вот что-то после дел, у меня там еще колесо прокололось. Купил себе черноголовки, короче. Экстра-ситро холодненькое. Холодное, как сердце твое будущее. И, короче, купил еще шоколадочку Милка. Милка, вот такой цельный орех и карамель, ребят. Вот такой вот цельный орех и карамель. Это одна из моих, скажем так, любимых шоколадок. Почему одна из любимых? Да потому что, ну, блин, она вкусная. Она вкусная, по скидке купил за 130 рублей, кажется, да, в магазинчике возле дома продуктовом. А, блин, прям такой запах карамели еще идет. И вот пришел, сижу, думаю, дай-ка я, короче, запишу видос, расскажу вам вот чисто мое мнение о том, что вот это вот реально такая вкусная фигня. Я вот за вечер порой... Наверное, я года два назад первый раз попробовал. За вечер порой прям мог половину съесть вообще как не обой, а то и всю на самом деле съесть. Я уж даже не помню, я их много переел. Теперь, естественно, у меня жопа в машину не помещается. Но что поделать, как говорится, как моя бабушка говорила, ротик перекушает, попка пересрет. Нежности хватит на всех. Поняла? Поняла, корова? Корова из Милки. Сам шучу, сам смеюсь. Вот это уже, конечно, клиника. Слушайте, ну, короче, в 1/8 плитки 169 килокалорий. 1/8 плитки, это вообще что? 1/8 плитки. Короче, здесь дохера калорий, ребят. Порву на себя, направлю источник света. Ух, вот чуть-чуть, кстати, как-то вот она чуть поломалась. У меня поломалась. Ой. Ну, такие красивые плиточки. Плиточки. Вкус, конечно, у нее просто бомбический, ребят. Между плитками, кстати, вот такая вот прослоечка. Прослоечка карамели. Там такие прям огромнейшие. Цельный орех, точно. Цельный орех, ребят. Их реально там много. То есть, знаете, вот это реально вот купить к чаю, купить в качестве подарка. Это вещь. Смотрите, как она рвется, как там течет аж прямо. Вкусно. Нереально вкусно и нереально калорийно. Да, как-то так. О. На диету сел называется. Ага, по-моему, еще больше потолстел. Если есть возможность, найдите, попробуйте, если еще не пробовали. Если пробовали, то попробуйте еще раз. Давайте перенесемся, наверное, в вид от первого лица. Я покажу, как это все выглядит более детально. И на этом сегодня закончим. Поехали сюда. Хорошечно. Слушайте, ну, короче говоря, ребят, это реально очень вкусная бодяга. Прямо зачетненько. Да, конечно, сломалась она у меня. Но посмотрите, как она выглядит с другой стороны. Вкусняша. Только посмотрите на эту красотелечку. Ну-ка. Чуть-чуть вот так вот. Фокус ничего, так справляется. Ну-ка. Короче, ребят, вот серьезно, кроме шуток, попробуйте. Это невероятно вкусный, молочный, вот это молочный, шоколад с начиночкой, с орешками, сладкий. Пойдет чаю сделаю, пожалуй, ребят, серьезно. Буду заканчивать этот номер. Какой номер? Буду заканчивать, ребят, этот выпуск. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Ну а что, как бы на безрыбье, как говорится, да, хоть какой-то контент произвожу, потому что, блин, вы же подписываетесь на меня, вы хотите продолжение, что-то нового.
А я вам не даю этого. Я считаю, что это неправильно. Нифига себе, фокус какой. В ближайшее время, ребят, серьезно, давайте сделаем очень много нового, интересного. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы знаете, что делать. Можете не ставить ни лайки, ни писать комментарии, не подписываться на канал. Просто посмотрите это видео и попробуйте эту шоколадку. Все. Давайте на связи. Всего доброго. Пока. До скорых встреч.